Не оно. А не оно. Вот, в общем, наши стикеры. Всем привет! В сегодняшнем гайде для ВКонтакте я расскажу, как добавить новый набор стикера для ВКонтакте, который называется Snappy. Ну что ж, поехали. Для начала нам необходимо зайти на сайт snapster.io. Вот уже Google предлагает нам этот сайт. Мы нажимаем «Войти». Далее приложение нас запрашивает доступ к нашему аккаунту. Мы не беспокоимся, все в порядке. Нажимаем «Разрешить». Далее необходимо нажать «Загрузить фото». Выбираем любую фотографию, либо картинку. Загружаем. Как хотим, подписываем. Я пишу типа «Природа». Далее нажимаю «Сохранить». И теперь перехожу на свою страницу. И сейчас закроем. Теперь видим, что пришло сообщение, вы опубликовали отличный снимок в Снапстере, и поэтому нам дарят набор стикеров данный сайт. Ну что ж, сейчас мы проверим эти стикеры, выбираем любого собеседника, нажимаем на стикеры, далее тут перематываем и ищем Snappy. Где-то у нас... Не оно. А не оно. Вот, в общем, наши стикеры. Все, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Переходите в плейлист, ссылку на который вы увидите в описании под видео. Здесь много полезных фишек для ВКонтакте. Я думаю, что-то вы интересного и найдете. Все, всем пока.